Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в неформальной обстановке встретился с самозанятыми гражданами, чтобы обсудить вопросы, которые волнуют малый бизнес, а также совместно определить пути их решения. Во время диалога, который продлился больше 3 часов, были подняты самые разные темы. По поручению Дмитрия Азарова в Самарской области успешно ведется работа по выводу бизнеса из тени. Предпринимателям, которые регистрируются как самозанятые или ИП, оказывается всемерная поддержка от обучающих программ до льготных кредитов до 4,5%. За прошлый год более 40 тысяч граждан Самарского региона зарегистрировались как самозанятые. Конечно, вот таких комфортных условий по регистрации, по отчетности, по уплате налогов, слушайте, ну не было никогда в стране. Принципиально важно оказывать меры поддержки, создавать условия и преференции для тех, кто пытается жить и работать по закону. И принципиально занимать иную позицию вот в остальных случаях, когда люди вот чего-то там делают. И все, что от меня зависит, буду для этого делать. Еще раз хочу подчеркнуть, создавать условия для тех людей, да, которые этот шаг сделали, осознанный, помогать где-то, если понадобится, постараюсь и защитить.